привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритиц Тур. В этом видео хочу рассказать вам о поведении попугая породы Перура, который живет у нас. Попугаю Роме 3 месяца. У птенца быстро меняется настроение. Он бывает очень активный, веселый, иногда спокойный. Вечером перед сном попугайчик хочет, чтобы его приласкали, погладили по голове. Перура кричит, когда работает вытяжка или свистит чайник. В остальное время он тихонько щебечет или насвистывает мелодию. Когда Рома щипает за пальцы, он просто хочет что-нибудь погрызть. Картонная коробочка от чая его успокаивает. Попугай Перура хорошо летает, легко ориентируется в пространстве квартиры. Через 2 недели, когда адаптировался к новому месту, стал бегать по полу за ногами. Попугай любит быть в обществе людей. Когда остается в клетке, ведет себя спокойно. Нам интересно, в каком возрасте птичка начнет говорить. Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным и интересным, пожалуйста, поставьте лайк. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых волнующих встреч, друзья!